Что делаем? Всем привет. Нет, не так даже. Заключительная, надеюсь, серия с установкой, точнее, с ремонтом ДМРВ. Поездили на сопротивление. В принципе, расход нормальный, ее не льет. Какой все устраивает. Хорошо. Хрен его знает. БМВ, какой расход? Нет. Хрен его знает, нормальный. Расход сейчас 18 на газу. В городе? Смешанный. То есть в городе может и 22? Может быть. Ёбушки. Все зависит от того, как ездить. Ну, короче, в общем, 18, нормальный результат, нормально все. Надо померить сопротивление, которое у нас сейчас есть на той крутилочке, чтобы знать, какое подобрать. И поставим вот этот тумблер. Будет у нас, кнопочку нажал, будет идти типа через сопротивление. Нет, так, кнопочку нажал, будет напрямую, льет там на все бабки. Кнопочку выключил, будет через сопротивление, будет типа... стандартный режим. Это из-за того, что нету лямбда зондов. Поэтому для этой прошивки это нужно. В принципе, все. Ставим эту кнопочку. Когда-нибудь я, может быть, заеду на авторынок и куплю красивую. Но пока есть такая. Да и это красиво. Ты скажи лучше, зачем сопротивление стоит? Сопротивление стоит? Да. Чтобы не было большого расхода. Ну, я же говорю, у нас без катализатора, без лямбдовая прошивка залита. И поэтому с этим ДМРВ ее льет. И чтоб ее не лило, не покупать новые лямбда зонды, не перепрошивать ее заново сток. Короче, не валивать мне кучу бабла. Мы берем сейчас, находим любое там, подбираем сопротивление нужное нам. Ставим, и все готово. Но когда нам нужно поехать на все бабки, нажимаем кнопочку, расход вырастает 25+. Ну, надеюсь, она куда-то и поедет с таким расходом. Хотя мне интересно, вот если машину будет лить, это для нее будет плюсом или минусом? То есть она, по идее, должна, ну, лучше ехать. Избыточно. Да, есть же еще определенное количество топлива, которое она может переваривать. Ну да, то есть может и не сгорать. Наоборот, ну, короче. Ну, там это будет вредно мотору. Это наш... IT, там, компьютерный диагноз все сделает, мы диагностируем, и все будет пушка. Так что на данном конфигурации... IT, за ноутбуком IT? Нет. Давай я как раз карсканер попробую. Кодирование сервисных мест. А я не брал ноут, во-первых. И ноут нам не нужен, сейчас просто пойдет померить сопротивление, которое сейчас там есть, и подберет нам его в готовом виде сюда. Так, а куда завести эти два проводочка? Ну что у тебя сейчас идет в салон? Из того, что ты знаешь, куда можно долезть? Вообще не знаю, куда. Ну, тумблер можно сюда поставить? Да не, я его хочу специально в салон пристегнуть, чтобы... И лазит вот эти рычаги. Вообще можно здесь маленькую дырку сделать. И так руку высуну. Все, и все на капоте. Это все, конечно, а да. Надо расковырять. И не расковырять. Все стандартно, педаль газа. Я знаю, короче, есть там, где сцепление. Там, где сцепление заходит. А давай вот эту панельку разберем сделаем. Здесь, по идее, над ней должен быть газ, и мы, по идее, увидим. Крестовой отверстие, да? Маленький. Да нет, это же не очень интересно. Вот, смотри, у тебя тут даже дырки есть. Сюда можно тумблер поставить. Вот, две дырки. Они уже сделаны. И видно, что это кто-то ковырял ручкой. Ой, ручка это. О, бандит, она вот такого. О, это что, братуша, я тебе говорю, вот он есть. Еще, куда? Он уже там есть. А ну-ка, а ну-ка. Ну вот этот там тумблер, который был. Секундочку, я вспомнил. У нас идет какой-то непонятный провод наперед. Я его... Как резиночка помогла. Я его всегда хотел... Кто это оторвал мне?
кто это сделал? Давай, показывай провод. Как она тут откручивается? Она тут вот так вот и вот так вот. Вот сбоку открутить? Нет. Не, она еще так вот откручивается. Раз. Раз. Опа. Ну, отлично. Я тебе за вот это и говорил. Так. А где же он делся? Вот. Вот оно. Смотрешек. Можешь вытягивать его. Я знаю. Просто я же... Что же? Кто-то не поленился под это. А это куда? На фары, да? Угу. На. Сейчас. Так, провод есть. Шелк. Все готово. Где-то там. Все есть. Провод есть. Что, думаешь, его сюда вкорячить? Я думал его вкорячить сюда. У меня этот не работает все равно. Корректор фар. Корректор фар. Можешь его прям сюда поставить. Все. А ну, где он? Встанет сюда нормально? Да, он там закручивается с другой стороны. Ого! Он у тебя не закручивается. Надо у деда взять такой, который закручивается. Думаешь? Ну да, ты его так вот засунешь и закрутишь с этой стороны, и все. Я думал, чтобы красиво было. Ну, а потом купишь красивый. Уговорил. Умеешь ты уговаривать. Так. Не, ну так тебе придется еще больше дырку паять, а тут, ну, не знаю, не уверен я насчет этого. Зовем деда, когда я тумблер. Да, просто тумблер, с которым не мерит сопротивление. Конечно, можно было бы сейчас быть диагностик подключить, но мы уже в конечном результате ее подключим, чтобы уже для нас будет это сюрприз. Что будет, ну я думаю, будет все нормально. Сейчас замерим, какое у нас сопротивление, на котором я ездил, и просто уже впаяем штатное сопротивление сюда. Впаяем его на тумблер, и все, у нас будет клац-клац, будет через сопротивление идти напряжение, то есть будет уменьшать показания ДМРВ, если надо, чтобы оно, вот как оно сейчас есть, в стоке, увеличенные были показания. Мы включаем тумблер, у нас увеличенные показания, и, соответственно, увеличенная, надеюсь, мощность. Меры сопротивления, на котором я ездил. Нам надо разрывать этот цепь, чтобы померить сопротивление? Нет. Один килоом. Один килоом. Вот мне нужно один килоом сопротивления. Не вопрос. Я так понимаю, по тишине у нас тут все готово уже. Компьютер. Где ты? Игорь? Да. Где ты? Появись.
Появись. Вот он. Я дверь закрываю, я не замерзну. Правильно, болеть. Прошу. Болеть полезно, иммунитет вырабатывается. Ого. Что там, походим? Не, нормально. А термоусадочка? А термоусадочка где? Ой, сервису. Три этому сервису. А в салоне что, тоже без термоусадки? Да ты шо, и тут без термоусадки? Я сюда больше в жизни не ногой. О, так где ты в натуре написал спорт? Я вообще-то пошутил. Ну ладно. Вокруг сплошное наебалово. Так, чик, спорт выключаем. Эконом. Датчик ДМРВ у нас новый, фирмы Hella. Старый наш был продан, поскольку я не знаю, не вижу смысла на нем ездить. Кстати, человеку он был нужен, я ему продал за небольшую сумму, а себе установил новый. Хотя говорят, что лучше ездить на оригинале. Вот. Не только оригинал, да, какую-то определенную, только на Siemens все должны ездить. Ну да, типа... Чем логика непонятна, потому что этот ДМРВ работает точно так же хорошо. Да, то есть он не... А там стоял тоже Siemens родной? Стоял Siemens. Да, а это Hella. Ну не знаю, я езжу на Hella, вроде в принципе все нормально. И датчик тоже коленвала у нас стоит не оригинал. Ну вроде бы все нормально. Ладно, давайте я попробую. Так... Так, подмотать изоленточкой там. Вот так не хотелось, хотелось красивую термоусадочку. Как заставить работать BMW сканер? Даже написано. Объясняю. Он объясняет. Слушай. Есть программа, называется BMW сканер. Она нужна для кодирования сервисных меню в автомобилях BMW. Я же хочу попробовать... Во-первых, она работает на оригинальном кабеле BMW сканер. Во-вторых, она работает на Windows XP, а у нас Windows 10. Так как машина старая, и у нее все программы в основном под Windows XP. И что-то можно запускать на семерке, что-то можно запускать на десятке, ну там, с танцами и бубном. В чем суть? Так как у нас компьютеры свежие, и... Процессоры обрабатывают большое количество блоков за минуту времени. А старые мозги, машины, они рассчитаны на другую скорость работы. Поэтому в основном все программы не работают с современным железом, так как они все были написаны давно и не адаптированы под современную работу. Поэтому... Путем установок разных драйверов, методом проб и ошибок, можно оживить какую-либо программу. Также в основном-то нам нужен этот кабель, Декан, как он там правильно называется? К-линия Инпа. Специальный кабель для BMW, который работает со всеми программами BMW. По сути, его можно купить, поставить Windows 7 и практически все запустить. Но нам-то надо на Windows 10 и без кабеля и сейчас. В кабеле просто стоит специальный... В кабеле стоит определенная микросхема, которая заставляет работать все программы в наше время. Такие дела. Чё он сказал? Кстати, это тебе и на Мазде, по-моему. У меня жестко рыпело, вот здесь что-то рыпело, когда я выворачивал руля. Блин, я сейчас думал, какой-то сайлентблок. Помнишь, что я говорил, у тебя тоже, мы тебе, по-моему, тоже подчикали. Рыпело что-то, резина или ходовка, у меня тоже начало рыпеть. Оказывается, скорее всего, что нет, или закончилась смазка в вот этом подшипнике. Я взял этот спрей, который силиконом, запшикал, и у меня просто, ну, четко все перестало рыпеть, получается, опора. И тебе так надо сделать, потому что, я помню, мы тебе слушали, у тебя они, ты же как будто подклинивают.
То есть, скорее всего, что там уже нету смазки. И надо тебе их тоже промазать. Мы используем сканер Автоком. Коннектим его с компьютером через переходник, так как машина старая. Коннектим его с кабелем. И запускаем программу Автоком. В параметрах выбираем BMW. Пятая серия, наш год, бензин, 2.8, мозги Siemens. И нажимаем подключиться. Аккумулятор у тебя подсажен. Да? Да, 11.6. Должен быть хотя бы 12.5. На незаведенной машине. Да, теперь у тебя там 2 килограмма. Сколько? 2. 20? Да, да, 20. Ну, многовато. Должны были на 1 вольт выйти. 1 вольт. Ну, ты уже вышел на 1, машина пробивалась. Сейчас 1 вольт? Да, ровно 1. И 15 килограмм. Можно посмотреть по графику, насколько она скачет. Смотри. Вот это сейчас отклонение небольшое идет. 0.96.1. Она больше одного не поднимается. 0.94.1. Ну, значит, это нормально. Ну, вроде бы говорят, что 15 килограмм это много. Типа, должно быть 12, но мы сейчас посмотрим, она прогреется. Так я только что включал. Было 20, ты говоришь, да? Ну, смотри, давай. Давай еще раз щелкнем. Давай сейчас посмотрим показания, как изменится сразу. 3.1, 15 килограмм. Включай. Переключили на режим на все бабки. Это режим на все бабки сейчас работает. Да, ее прям слышно, как да, слышно, как мотор поменял свою работу. Видишь, все, двадцатка сразу же, 2 килограмма. Выключаю. Сейчас мы должны упасть в 1.15. Давай сейчас она прогреется, как раз посмотрим. Я думаю, это... Я думаю, ничего не поменяется. Не, давайте поменяемся. Я думаю, когда ну, чуть-чуть она может быть уменьшит показания. Давай еще раз так. Давай посмотрим. Будет меняться сейчас график по степени я прогрева. Вот мы сейчас опять вышли на эти показания. Смотри, вольтаж упал уже на 0.96. Давай пускай она хотя бы на рабочую температуру выйдет и посмотрим, что получается. А, скажи мне обороты двигателя. Надо было добавить их сюда. Где твой аккумулятор? Вот. А, и мне нужно сигнал оборотов. Это обороты двигателя или нет? Давай посмотрим. Погашение смеси, напряжение батареи, лямбда-датчик. Все, наверное. Да, это обороты двигателя. Так она все, она в рабочем режиме. Да. Ну вот теперь смотри, минимальная, максимальная. 0.92. Смотри, мы с единички упали на 0.92. Максимальное показание, минимальное 0.88 килограмм, уменьшились, но, блин, не особо, вот 409, хотя особо, смотри, ну, уже 14. Ну да. То есть давай, до этого у тебя было 15, почти 16, теперь 14. То есть вот она в рабочем режиме, оборотов у нас, смотри, 800. Меньше уже нету. Ну, в принципе, я думаю, нормально. Ну, теперь щелкай. Последний раз посмотрим. Заливай на все бабки. Давай, запоминаем. Иди сюда. Запоминаем показания. Пушка. Получается, на тумблере у тебя 20 килограмм и 1.12. Посмотрим. А без тумблера 1.12, 20 килограмм. Без тумблера у тебя на обычном рабочем режиме 0.88. Сейчас можем уменьшить, посмотреть, сколько реально есть. Ну, 0.88 получается. И 14 килограмм. Если меньше, то значит. Ну, я думаю, насколько там все проанализировали, 14 килограмм это там примерно плюс-минус норма. Батарея. Так, вы что, с дедом на одной волне? Все нормально. Музычка, сигнализация. Сейчас печка на всю, свет на всю, буфер на всю, поэтому...
У меня нет столько бабок, да, он говорит. Поэтому для этой конфигурации... И кнопочка нормально. На режиме на все бабки. И кнопочка на режиме. Машина в отсечке. Покупайте BMW. Кому скучно жить. Место скучной японской Мазды, на которой ничего не ломается, но, говорит, чека, она ездит и просит только залить ей бензин. Все. Блядь, забыл, что хотел сказать. Покупайте неломучую Мазду. И гниющую. Покупайте неломучую Мазду, чтобы всем остальным досталось. Умеете, могете просто.